Руководитель Центра по связям с общественностью Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики Евгения Любенко обвинила власти Украины в похищении гражданских лиц, которых украинские спецслужбы потом пытаются обменять на находящихся у Луганской и Донецкой Народных Республик солдат ВСУ. Любенко уточнила, что для последующего обмена украинская сторона похищает не только граждан ЛНР и ДНР, но и жителей подконтрольных Киеву населенных пунктов. Украина позиционирует себя как демократическое государство, в котором нет цензуры и действует принцип свободы слова. Но по факту те, кто не поддерживает политику Киева, пропадают без вести. Проводят подобные зачистки украинские спецслужбы, сказала Евгения Любенко. Самое интересное, что Украина присоединилась к Международной конвенции о защите от насильственных исчезновений. Порошенко подписал соответствующий закон, который предусматривает, что никто не может подвергаться насильственному исчезновению. Таковым считается арест, задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме представителями государства. Однако Киев сам же и не соблюдает данный закон.